Связался с топовым киберспортсменом. А, да он шарит просто за пупка, как и я, как бы, да. Он, типа, да. Команда по пупку. Я шарю за пупка, алё, блядь. Я тактик нормальный, если чё, блядь. Просто если бы ещё, блядь, исполняли как надо, блядь, вообще охуенно было бы. Ну, как бы, никто не исполняет как надо. Ну, извини, у меня таких навыков. Меня не обучали в школе станки на киберспорт. Блядь, давай ещё порофли, да, давай. Самое время. Порофли, да, блядь, как ты там умер, нахуй. Серьезно, не агрись. Ну, сколько не агрись, меня просто дезморализ в геометрии. Забей, господи. Я так надеялся, что я уйду из школы, это говно никогда в жизни не увижу, но, блядь. Вот я тоже. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, начиная с того, что я пошел в институт, блядь, ага. Чисто пошло ты не понял, так. Ты понял, да, на каком повороте ты не туда повернул? Да, я как бы понял, что надо летом было ебашить, а потом дальше ебашить, нахуй, и хуй забить на всё. Потому что кибератлет, блядь, мне вообще похуй. Мне, блядь, высшее образование не нужно, чтобы, блядь, глубже мыслить, блядь, и так далее, блядь. И анализировать ситуацию лучше, я и так в PUBG играю, блядь. Мне этого достаточно, чтобы ситуацию анализировать, ебать. Ты гением станешь по PUBG. Чисто я и так гений по пупку, мне вообще похуй. Нобелевскую по пупку получишь. Мне просто часов не хватает, чтобы лучше играть, чем профессиональные игроки. У них по 3000 часов, у меня по 700. Просто вот вопроса как бы нету. Играя я столько же, блять, я просто их по стрельбе бы разъебывал и все. И вопросов бы никаких ко мне не было. Я не ЧСВ, блять. Ноль ЧСВ сейчас было. Я просто знаю, блять. Я стреляю так хорошо, но мне не хватает ебаного то FPS-а, блядь, то времени игры, считай. Потому что, блядь, я обычно перестреливаю, когда мне все нормально, блядь. И когда я, блядь, выспался, нахуй, вся хуйня и так далее, блядь. Когда, блядь, они в настроении или что-то еще, блядь, и лагать еще начинает при этом, я просто не могу. У меня жопа сгорает, у меня ноль концентрации, и я сосу. И так всегда. Во всех играх, какие бы это игры ни были. Даже в КС-ке так же абсолютно все. Если у меня в КС-ке не пошло в начале, я сгораю, блядь, и у меня все дальше до конца катки не идет игра. Если я какую-то хуйню начинаю вешать в начале игры, у меня, блядь, 30 плюс врагов за катку начинается. Просто у меня все от моральки зависит, как я играть буду. Мне это самому не нравится, но, блядь, это как бы жиза. Реально, без шуток, типа. Больше задротов, чем я, блядь, не очень много людей. Не сказал бы, что ты такой задрот. Чего? Не сказал бы, что ты задрот. А, понял. Не сказал бы, что ты задрот, в скобочках 10 часов в день играю, понял. Чуть больше, может. Угу. Смотря когда. Не 24 на 7. Я могу 24 на 7 играть, если захочу. Я на самом деле 24 на 7 играю, как бы. Ну, на самом вижу, деле. Типа. Я просто сплю еще иногда. А иногда мне лень в соло играть, поэтому я жду. Тиммейт его где-то. По мне? Чмо ебаное. Хэд дал. Хорош. Слева пикает. Тиммейт бежит. Вижу. Да
Подожди, я прострелил. Кабазон, блять, Иосиф, нахуй. К ангарам пробежал. Я видел. Дальше. Я видел. Я не дам ему уйти ни в коем случае. Пусть хуй сосет. Если меня сейчас игра залагает, нахуй, это, блядь, просто порофлю чисто. У меня отсюда тупо шансов нет уйти, если он в ангар не зайдет. Это его единственный шанс. Он не в ангаре. Он дальше пробегал, я видел. Да. Он подо мной. Ему больше негде быть. Он не мог никуда съебаться. Кроме ангара или подо мной? Он в ангаре, дядь. Подо мной нет. Его нет. А, вижу. Рофлишь. Ни одного хита сэмки не дал. Он за камнем на 250. От меня. Сейчас маркер поставлю, лягу. Понял. Обхожу. Обхожу, обхожу. У тебя пика сейчас будет. Хорош. Утай ближнего и дальнего утай. Не только на туриках прибегать через дорогу смерти. Чисто, блять, один тап дал по приколу и въебало попал. В скобочках не въебало, он как бы в тело не суть. 3x надо, нет? Да, скорее всего, надо. Бля, у меня сейчас была фулл эмка с голографом, я с голографом вообще спроить не умею. Типа, я с любым прицелом, кроме 3x, спроить не умею, считай. Это вот это очень бесит. Лумах не нужен, по чучкам, да? Задняя часть на... по мне стреляет. Я даже слышал откуда. 200, 300 где-то, 300. То есть, да, вижу его, все. Хитанул. Хита. Три хита. Вижу. Далеко? Где пальма? В сторону пальмы, смотри. Нокнул, нахуй. Добей его. Машина. К тебе едет. Фига! Задавил прям? Да. Он меня не видел и как-то меня задавил. Ты добил того типа? Нет. Они стреляют. Я в курсе. Мне очень сильно типа о машине накоцал, дядь. У него 3 хита. Аптечек вообще ноль. Я типа на машине 3 раза с СКС попал. Один раз ебало, по-моему, залетело. Не знаю, как он выжил, если только вот фул бустом был. Ну, бля, можно, пожалуйста, с первого раза приниматься, пожалуйста? Куда ты из низины стрелял, мудак? Он стреляет, блять. Чморт, чморт ебаные. Вижу. Где тиммейт? Вижу. Это же он стрелял, а понять не могу. Лайт гриппа под щечки нет. У меня на трупе есть. Я не добегу. Почему? Потому что они по мне стрелять смогут. Там рядом камни, вон он. Все, конечно, хорошо, да. Лайт грипп, щечка, компенсатор на снапу. Аптечки. Шприц. Пиздец, блядь. Может дым кинуть и сидеть.
не занят. Вот, под камнем. Ну, пизда. Нет, у меня есть дым, может подсекинуть. Нырял норм, да? Научись стрелять, а там стреляй, долбоёб. Хуйло, блядь. Я только почёчка... Ой, это лайтгрип не успел взять. Почёчка есть уже, хорошо. Лайтгрипа нет. Я не понимаю, откуда он стреляет. Я тупо его не вижу сейчас. Тут даже, наверное. Я его не вижу, тупо, алё. Просто типа хз. Воу. Вопросов не имею. Кажется, оттуда вроде. Блять. Идите нахуй. Может, с ангара? Хуй знает, откуда он стрелял. Тупо не ебал. Чел с Винчестера стреляет. Охуеть, охуенно реально. Честно, хуйло, блядь, мне заспрейт спину, я сгорю нахуй. Как это чмо не вообще выжило? Как это хуйло, блять, выжило, объясните мне. Четыре гранаты, три гранаты точных, одна кривая. Хуй с ним, короче, заебал. Хотя, блядь, спине оставлять хуйло. Хуй знает, насколько это хорошая идея, хуёвая эта идея. В любом случае, у него времени нет на него. Я не знаю, как убрать фризы в PUBG, но это пизда. Мне реально это заебало. Надеюсь, они следующим патчем это пофиксят, если не пофиксят, это очень плохо. У меня очень сильный дроп FPS. 76-60, хотя я даже с приоритетом играю. Без записи чуть-чуть получше, но тоже не очень хорошо, все равно фризит. А мне записывать еще надо в любом случае. Рафлан поминки поставил маркер, где конечная зона была. Дропнулись чисто, где зона пропнула. Зона упадет на эти дома. Конечно. Я думал, тут трубочисты валяются. Ждут, пока кто-то из зоны выбежит. Бля, в школе расскажешь, как ты зоны мне будешь дамажить.
Я самоубийство гейминг начинаю. Со своей машиной. Стреляй сначала, научись. Пошел нахуй. У меня лейт гриппа нету, я пытался как с лейт гриппа стрелять. Если бы у меня был бы лейт грипп, я бы сейчас все три. Я понял, я в курсе, я ничего. Слева глушак работал, ты можешь тоже получить в курсе. Я не слышал глушака вообще, у меня звука не было. Меня это подбешивает чуток. Я буду рисковать в любом случае, мне похуй. У меня нету брони. Еще бы гелик. Еще заебись. Обожаю им панчи по скриптам. Готовься. Коряк с глушаком, да? Или что это, да, это коряк? Рука, сука, вся, блядь, мокрая, пизда. В ангаре люди могут быть в пизде. Че это за дым? Че это за хуйня, блядь? Это тоже тут дым? Или это облако, я понять не могу. Облако. Блять, охуеть. Похуй на ангар. Мне похуй на ангар. Мне не похуй на челика впереди меня. Вижу. Двоих вижу. Ты в жопе, Олег. Беда зона. Я по краю бегу, anyway. По самому, блять, краю. Не хочу с теми долбоебами встречаться. Увидишь кого-то в траве, говори, я могу не увидеть. У меня сейчас фокус на одну позицию. Глазами.
Мне 16 в конце игры, блять, респект таким ребятам, реально. Ставь лайк, если тоже долбоёб и юзаешь М16 в конце игры, блять. Причем этими? Берстом. Да. Справку платинный гипнот сидеть сейчас. Никакой адекватный человек не будет сейчас сидеть, ему надо позицию занимать. Блин, чек. Мне вообще похуй на лоу-граунд. Мне главное сейчас домов не сдохнуть. Здесь неплохая позиция, кстати. Хуёвая. Домов простреливается. Ну очень уж простреливается, кстати. Перед тобой типа на 50 были, на 60, на 70. Я видел. Вот здесь вот. Нет, правее. Вот там, да. Похуй. Прицел поменял на ближний, нормально. Можно лежать до конца. Ложбинка на топ-1, блять. Ну, зона очень конченая. СЛР-ка АВМ? Не АВМ. АВМ, да, все-таки понял. Пусть они пробегают, я пойду за ними. Дурачок, иди нахуй. Один в один в один. Я остался один в два, да? Один нокнутый точно, один в один. Кайф.